Всем привет, друзья мои! Рада приветствовать вас на своем канале. Я хочу сегодня показать вам орхидейки, которые я привезла домой в субботу. Это, получается, четвертый заказ. То есть я не говорю про третий заказ, так пока мы его и не получили. Это четвертый заказ. Два таких вот фаленопсиса я заказала. Это Yafone Parfum Coffee. Ароматный фаленопсис. Я поставлю картину. Чтобы было понятно, что это. И вот такой малыш. Это Каода Твинкл. Они у меня, как я уже сказала, привезла я их в субботу. Сегодня у нас понедельник. Все это время я за ними наблюдала. Никто там у них не бегает, не прыгает. Вчера вечером я немножко увлажнила мох и на дно тоже налила контейнеры, где они у меня стояли, чтобы они немножко попили, потому что мох был сухой. Вот таких два новых у меня фаленопсиса. Я не хочу сильно их обрабатывать, потому что в этой группе, ну вот уже показала практика, вот сога мои цвести скоро будут. Хорошие фаленопсисы, то есть они не больные, без всяких букашек, червячков и всего прочего. Я посоветовалась в группе «Орхидеи из Азии» с Еленой, консультант этой группы по выращиванию растений. И она мне посоветовала просто обработать их мылом, вот, обычным хозяйственным мылом. Так что я сейчас их просто, чтобы не травить никакими препаратами. Если бы они, конечно, были какие-то больные, то уже можно было проводить другие совершенно манипуляции. Но так как растения здоровые, корни в хорошем состоянии, я просто сейчас их помою в хозяйственном мыле. Пойдемте вместе со мной. Здесь немножко поменяется освещение. У нас темнотища. Можно сказать, третий день льет дождь. Вот в пятницу у нас был ураган вот с градом. Видео, может быть, кто смотрел, которое я выложила. Потом в субботу был хороший день. Вот я съездила в Москву, забрала орхидейки. И с субботы ночи на воскресенье. И вот сегодня понедельник. У нас просто льет дождь. Вот смотрите. Мох. Очень плотно. Я сейчас, наверное, отключусь. И буду вот его оттуда доставать. Транспортировочные стаканчики. Ну, мох, так как я вчера немножко полила, он напитался, поэтому, я думаю, особого труда-то это и не займет у меня достать его. Так, Каода Твинкл достала. Вот такие корни. Здесь вот пролончик какой-то. Хорошие растения, без всяких признаков, чего-либо. Мне главное, чтобы не было никаких у меня букашек. У меня их никогда не было, поэтому для меня это просто очень страшно. Ну, вот здесь все хорошо. Сейчас кофе освобожу и будем купаться. Кофе так плотно набит, что тут придется подольше, наверное, повозиться. Кофе набит по полной программе. Освободила я кофе. И вот у него один такой сухенький корешочек. Я его сейчас отрежу. Вот какая корневая система. Все корни отличные. Тоже без каких-либо бег. Вот здесь вот чуть-чуть черненький. Сейчас тоже подрежу. Вода теплая. Сейчас пока я ее включу. Намылю здесь. Ну, какой корень.
Отличные орхидеи приходят в эту группу. Я просто очень довольна. Надеюсь, что они тоже зацветут у меня скоро. Так. Искупались. И просто я их сейчас под тепленькой водичкой, такой прохладной. Вот видите, ногтем задела. И ополосну. И они будут у меня сушиться. Орхидейки сохнут. Единственное, что я решила мох, так как я не хочу его выбрасывать, и чтобы не занести никакую там ерунду, фигню, в принципе, вот, ну, как бы визуально ничего на нем так вот не было. Никаких мошек, блошек. Тоже вчера купила, то есть я ездила за мылом, за горшочками, за маленькими, и купила фиталовин. То есть вот бактериальные и грибковые заболевания. И я решила, что, ну, для профилактики я замочу в этом мох. И так как у меня раствор остался, ну, выливать его жалко, в общем-то, я в нем подержала орхидейки. Так что, получается, я их промыла с мылом, подержала вот в фиталовине. Сейчас они у меня сохнут. И потом я их еще подержу в эпине. Ну, вот такая вот получилась у меня история. У меня дома был только один горшочек, а так как мне надо их... Вот я съездила, купила горшочки. Сейчас я в них проделала дырочки. Так что вот горшочки у меня готовы. Грунт у меня готов. И жду, когда орхидейки просохнут. Ну все, теперь я их буду сажать. Так, в горшочках на дне пенопласт. Кора у меня была замочена. Здесь грунт Сирамис и финский грунт. Подселю им мох немножко, который у меня живет в контейнере. И вот этот мох, который, в чем пришли орхидейки, я его замочила в фиталовинчике, обработала. То есть я сверху обложу. Ну все, давайте будем сажать мои новые орхидейки. Так, 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 так. Грунт, Сирамис, финский грунт. Все так примну. Так. Посмотрим, это который кофе. Вроде орхидейки маленькие, а ставишь горшочек, и кажется, что он маленький горшочек. Вот так вот. Так, буду засыпать. Вот сюда положу, и вот сюда положу. Не знаю, поживет он там. В принципе, вот он все это время, который мне из Карелии привезли, видите, он в контейнере, он зелененький. Так, и теперь я основательно все засыпаю. Так, кофе я посадила. И вот сейчас обложу по краю мхом. Здесь вот корешок торчит, видно. Орхидейку посадила. Сейчас Каоду Твинкл посажу. Надеюсь, что все будет хорошо. Как я уже сказала, что орхидеи в этой группе приходят такие, ну, можно сказать, качественные. Так. И вот. Так, это у меня кофе. Вот такие бирочки я сделала с их названиями. Вот, кофе. И сейчас колоду посажу. Снимать уже, наверное, не буду. Так, это колода. Тоже вот ему добавлю мох. И засыпаю. Не хватило немножко влажной коры. Поверх добавлю сухой.
Ну вот, мои малыши стоят на месте. Кауда. Сюда вот его поставила. И вот здесь кофе. Накосячила немножко. Сейчас покажу. У него такой длинный корень был. И не хватило. Ну, то есть он прислонился к стенке горшка. Вот видите. Вот он. И вот сейчас подсовывала туда мох. Кусочки коры тяжеловатые, не проходят. И я вот мох туда добавила. А то там получилось, что он прям к стенке. И вот видите. И вот сверху немножко мха положила. Я думаю, что с ним все будет хорошо. Сейчас окошко открыла, они проветрятся. И мои подышат. Погоды нету. Дождь только что закончился. Черт, что не лето. Ну вот, палочки поставлю обязательно вот такие вот. Ну, пусть стоят. Будем за ними наблюдать. Результатики я вам буду показывать обязательно. Ну, вот остальные все мои здесь гуляют. Это вот было солнце, я прикрыла. Сейчас солнца нет. Кстати, вот покажу сверху кончуры. Ну, твоя крошка, смотри, что листик растит. Ну, вот такая молодец. Ну, и вот они у меня здесь все малыши. Даже большую орхидею я отнесла. Кстати, я вчера пересадила орликин восковой и сунулась. И нет у меня горшка трехлитрового. И вот какой был у меня такой вот пластиковый горшок. Я сюда посадила его. И у него под попой все это время, я же как купила и не пересаживала, у него был там стаканчик. Ну, вроде ничего. Корни все были отличные. Стаканчик был небольшой, маленький. Ну, вот такие вот мои малыши. Вот Сога. Скоро-скоро будут цветы. Так, бульбофилом пока держу вот так лежа. Потому что, когда я его только вешаю, он моментально просыхает. И почти каждый день вот надо его опрыскивать-то, понятно. Но сейчас что просыхать? Погоды нет совсем. То есть, когда вот было солнышко, хоть какое-то было, он очень быстро просыхал. И пока вот он у меня в лежачем положении находится. Вот. Это вот другая Сога. Остальные все орхидеи у меня на улице. Все гуляют. Азиатская моя продолжает цвести. Вот. Ну и пафик тоже подрос. То есть вот эти у меня здесь остались на восточном окошке. Половина на улице. И большую орхидею отсюда я тоже отнесла на второй этаж. Ну вот, девочки, такие у меня растюшки. Новенькие. Посмотрим, как они будут себя чувствовать. Их вот этот вот кауды обрабатывали, видно, потому что вот эти пятна белые, я даже их смыть не смогла. То есть какая-то обработка была в теплице. На кофе нет ничего, а на кауде вот такие вот белые пятна обрабатывали чем-то. Ну, на этом все закончу. Вот такое состояние. Какие будут результаты, я обязательно вам покажу. Всем пока и до встречи на моем канале.